Если вы хотите узнать, как зайти на 12-й, последний сервер Arizona RP Glendale при помощи слитого Arizona Mobile, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Но перед началом данного видеоролика я хочу вам сказать только одно, вернее два, а вернее даже три. Arizona, Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм Dante Connor в описании. А также мой телеграм-канал, в котором будет находиться вся, наконец-таки подробная, наконец-таки изученная инструкция по тому, как вообще запустить весь этот, знаете ли, SAMP Mobile, Arizona Mobile, и зайти на этот самый, знаете ли, 12-й сервер и на все прочее. Но об этом давайте поговорим немного дальше. SAMP Mobile, Arizona Mobile, Arizona Android, SAMP Android. Вот вы знаете, столько у меня уже было роликов про все это. И тут совсем недавно я узнаю про то, что уже, оказывается, есть слитая версия Arizona Mobile. И то есть, серьезно, вроде как люди уже даже могут зайти туда и поиграть при помощи вот всех тех слитых вещей, которые вот там есть. Лично я хочу сказать только одно, что я не тестировал данные вещи, и все это будет вообще переслано из другого телеграм-канала, желтушного GTA сам журнал, только все это будет в моем телеграм-канале, чтобы вам долго это не искать, поэтому вы сможете сразу перейти по ссылочке в описании на мой телеграм-канал, и вот там сразу же будет, знаете ли, ссылка на то, вот как скачать, установить весь этот SAMP Arizona Mobile, вот все-все-все прочее сразу же. И опять же хочу повториться, что все это вы делаете на свой страх и риск, то есть я лично все эти файлы не тестировал, я не могу сказать то, насколько они безопасны, насколько они нормальны, насколько вообще та версия Arizona Mobile, которую вы скачаете, она будет стабильна. За все это я ручаться не могу, потому что сам все это не пробовал, потому что я лично жду официального релиза. Но если вы такой, знаете ли, экспериментатор, экстраверт, интроверт и вот все-все-все прочее, вам хочется все быстро, все сразу и, возможно, даже какую-то сырую версию, которая будет вылетать и с которой будут всякие проблемы, то, разумеется, для вас вот существует мой телеграм-канал, в котором уже более 125 участников, и поэтому вы туда можете вступить, там публикуются всякие разные новости, не новости, оповещения о видеороликах и все-все-все прочее. Вообще, официального релиза Arizona Mobile еще не было, потому что его до сих пор разрабатывают. Не так давно прошел закрытое бета-тестирование, на котором выявили большое количество багов. То есть я из ролика в ролик говорю одно и то же, но тут это абсолютно точно необходимо. И там вроде как был уже этот слитый, знаете ли, клиент с возможностью зайти на все 11 серверов, которые были на тот момент. И тогда создатели и разработчики Arizona, они как бы заявили, что да, вот с 1 по 11 сервер вы зайти сможете, а вот на 12 Glendale, который откроется или который уже на то время был открыт, вы зайти с данного клиента не сможете. Почему? Не рассказывалось и не объяснялось вообще. Я, конечно, могу предположить, почему все это было, но не буду. Давайте просто вы в комментариях к данному видеоролику напишите свои предположения того, почему Arizona Roleplay сразу не стала все это делать. То есть я почитаю, мне будет интересно все это почитать, так я буду знать, что вы хоть немного смотрите все вот эти вот, знаете ли, мои видеоролики, и я типа буду знать, я такой типа, о, а вы такие, знаете ли, неплохие люди, вы хороший человек, стоит сказать. И вообще вот как лично я все это рассматриваю, как я вижу весь этот мобильный гейминг, в принципе все должно быть классно со всем этим, но я подожду вот официального релиза, я подожду, пока Arizona Mobile, возможно, выпустится в каком-нибудь там, я не знаю, Play Market, в App Store, конечно, вряд ли она будет, но тем не менее, хотя бы в Play Market, я думаю, с их возможностями, с их бюджетами, я вот подозреваю, что вполне возможно можно будет все это реализовать. То есть выпуск Arizona Mobile вот прям вот в Play Market для того, чтобы любой мог зайти и каким-либо образом скачать все это. Почему у Flynn Mobile все это получилось, а допустим у Arizona Mobile все это не получится. Так вот, и в общем-то, как я могу понять, версия, которую слил вот один из желтушных пабликов, одно из желтушных изданий, оно вроде как более-менее работает, потому что мне под моим предыдущим роликом про Arizona Mobile написали, что уже давно есть слитая версия, на которой играют все мои друзья, все мои кореша, а ты вот, как обычно, несешь полную хуйню, поэтому лови-ка ты, пожалуйста, дизлайк. Нам все это, как ты понимаешь, не нравится, то есть мы хотим, чтобы ты нам скинул ссылку того, как во все это можно поиграть, чтобы мы уже максимально могли погрузиться во весь этот GTA-самповский процесс вот всего вот этого бытия и всего-всего прочего, а ты начинаешь вот эту вот всю хуйню
свою херобору гнать, разумеется, нам все это нравиться не будет. Поэтому давай-ка ты нам нормально скинешь, и вот в данном видеоролике, в самом деле, вы уже прямо сейчас, не досматривая данный видеоролик до конца, уже начиная с этого момента, хотя, начиная уже с момента, как вы зашли на данный видеоролик, в описании уже есть. А я вот, допустим, на Гамбите играю и нормально себя чувствую. Ссылочка на телеграм-канал. Ее вам просто нужно найти и по инструкции в описании все это успешно установить и все это успешно сделать. Своим опытом, своим экспириенсом, если вы все-таки осмелились все это сделать, вы сможете поделиться в комментариях к данному видеоролику. Знаете ли, там возможно даже прикрепить какой-то геймплей на свой YouTube-канал того, как вы, допустим, там, я не знаю, на ферме работаете или таскаете какие-нибудь там ящики на работе грузчиков, как вы выполняете начальный квест или выполняете еще какую-нибудь ветку квестов на Arizona Roleplay, который, кстати, совсем недавно дополнилось, об этом также есть видеоролик на канале, вы также все это можете благополучно посмотреть. Ну а в целом, я думаю, что до официального релиза Arizona Mobile осталось не так уж и много времени, но, возможно, также не так уж и мало времени, то есть где-то среднее количество времени нам нужно подождать. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, поживем, увидим, что там дальше Arizona сделает, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там уже есть ссылочка на скачку всего вот этого вот, знаете ли, файла и установки всего этого. Также вы в телеграм-чате, в телеграм-конфе сможете отписаться по поводу того, насколько хорошо и насколько правильно вы все это установили, и насколько вообще все это адекватно и нормально работает. Всем спасибо за просмотр, всем пока!